женщинам цветы, дарите женщинам цветы, когда они несправедливы, вам непокорны и строптивы. Дарите женщинам цветы. Разве такое может быть, когда женщины несправедливы, непокорны? Найдите дурака, который год дарит цветы. Сегодня будем много шутить. Смех разрешается и все остальное. Дарите женщинам цветы, когда подарок не купили или купить его забыли. Дарите женщинам цветы. Ага, обещал бриллианты, а дарит цветы. Кому это понравится? Дарите женщинам цветы, сказав любви признание фразу. И даже после их отказа дарите женщинам цветы. Где увидели такого дурака? Как вот женщина отказала, а он побежал за цветами. А мужчины будете дарить женщинами после отказа? Кстати, это стихотворение написал мужчина по имени Владимир. Он, наверное, имел какую аудиторию? Мужскую. Дарите женщинам цветы за их молитвы и участие, за то, что в этом ваше счастье. Вот здесь я согласна. Дарите женщинам цветы. На сцену я приглашаю замечательный, любимый ансамбль «Поющие сердца». Встречайте! Руководитель ансамбля Лилия Рюмина. Аккомпанирует Станислав Соколовский.
В нашем коллективе появилась новая девушка. Под таким красивым именем, по имени Любовь. Давайте поздравим ее с днем рождения, бурные аплодисменты и удачи и творчества в этом коллективе. Композитор Ким Брейдбург,
Продюсер Евгений Фриндлен. Исполняет Алексей Гаман. Песня «Русский парень». А у нас «Малиновка». В зале есть. С днем рождения тебя, дорогая, наша подружка. И для тебя песня «Я казачка молода». Yeah.
Вот говорят, счастье тебя обязательно найдет. Никак не пойму, или я так офигенно прячусь, или оно меня так хреново ищет. Может, ансамбль ответит песней «Что ж ты, Роза?» Идет концерт.